Думаю, нужно запечатлеть для общего видеоархива. Это вот здание тоже царской эпохи. В городе Усмани Липецкой области. Такое вот здание. Будет очередное видеоархивное фиксация. Не знаю, есть ли фото. Я думаю, есть. Вот. Тут по соседству еще домики царской эпохи, но они в бодром состоянии. Просто я боюсь, сейчас в скором времени это здание разрушат. Вон березка растет. Вот такие вот дела. Это вот для местных, чтобы понимали, если кто забыл, где такое историческое здание находится. Вот на этой улице. Вот недалеко тоже старинное здание, тоже царской эпохи. Такое вот. Сейчас. Но я решил видео продолжить заодно и из-за вот этого вот здания. Из этой вот памятной таблички. В этом доме с 1918 по 1938 года жил и работал известный советский писатель Заводовский. У меня есть книга этого писателя. Вот такое он здание. У нас в Усмани немного старинных зданий. Просто, к сожалению, некоторые из них в таком вот состоянии, в котором вы видели первый эпизод. Вот тоже, как я понимаю, царское здание. Вот молодцы, что не стали рушить, а вот дали ему дальнейшее, так сказать, жизненное продолжение. Надстроили третий этаж, теперь здесь одноквартирные дома. Вот, надеюсь, то же здание такое большое рядом с 30-м, ну, магнитом, одним из первых магнитов в нашем городе. Вот то здание сейчас пустует, и я надеюсь, то здание не повторит участь старинного царского депо на нашем вокзале, который недавно разрушили. Вот хотелось бы все-таки, чтобы наш город сохранял вот эту вот царскую изюминку, да, и вот эти вот старинные дома хранят в себе вот этот исторический дух. Я надеюсь, что таких случаев, которые, к сожалению, в Усмани наблюдаются, случаи по разрушению таких вот старинных домов, будут сводиться к минимуму. Так, ну сейчас давайте еще чуть-чуть видео понаблюдаем тоже. Это у нас, кто не из местных, городской парк. Вот. Такой вот красочный, следят за ней. Тут вот обновляются аттракционы. И вот такую вот электрическую будку тоже хорошо взяли, расписали это. Вот, вы видите, Басов Николай Геннадьевич, советский инженер. Вот у нас аллея Басова имеется там. Вот акация выдержала морозы. Вот, мухоаромат, как мне нравится. Просто вот я езжу, наблюдаю. Некоторые акации из-за мороза перестали цвести, как и многие другие южные деревья. Грецкий орех в одном месте там побило. Каштаны тоже не везде преимущественно. Я как наблюдаю, тоже морозом побило. Ну все, а я еду в новый магазин. Магазин Доброцен. Это, я как понимаю, магазин из класса вот Светофор Победа для таких вот слоев, как я. Вот, еду посмотреть, что из себя он представляет, дабы вот до этого там не был, из-за того, что просто-напросто он недавно открылся. Ну, вот такие вот дела. Все, прорываю съемку.